Стивена Кинга по праву можно назвать королем ужасов и одним из величайших писателей современности. Едва ли не каждое его произведение становится мировым бестселлером. Но несмотря на безграничную любовь читателей, сам автор относится к своему творчеству с большой долей иронии и называет свои работы литературным эквивалентом картофеля фри и Биг Мака. На сегодняшний день Кинг написал более 250 романов, повестей и рассказов. Тиражи его книг достигли 350 миллионов экземпляров, а самого автора неоднократно награждали литературными премиями. Более 40 лет произведения Стивена регулярно экранизируют. «Сияние», «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля» стали классикой кинематографа. О романе Стивена Кинга «Кто нашел, берет себе» нам расскажет журналист канала 16 Мария Рунич. Что бы вы сделали, если бы вам в руки попала неизданная рукопись вашего любимого писателя? Поправка – десятки рукописей вашего любимого, но уже умершего писателя. Лично я даже не знаю, как поступил бы. С одной стороны, хочется хранить такое сокровище у себя и никому не показывать. А с другой, какое право я имею не поделиться с миром такой ценностью? Именно с такой дилеммой сталкиваются герои книги «Кто нашел, берет себе». Повествование ведется не только от лица разных персонажей, но и в разных временных отрезках. При этом переход происходит плавно, не вызывая абсолютно никаких вопросов. События начинаются в 1987 году. Джон Радстайн, прославленный американский писатель, уже 30 лет ничего не издает. Поговаривают, что он вроде пишет в стол, но слухи эти ничем не подтверждаются. Однажды в его уединенный дом врываются грабители и вместе с деньгами забирают из сейфа десятки его черновиков бесценных рукописей. Воров вскоре настигает карма, а рукописи бесследно исчезают. 2010 год. Стивен Кинг представляет нам нового героя повести. Это 14-летний Питер, чью жизнь не назовешь легкой. Безработица достигла максимума, и его семья еле-еле сводит концы с концами. Но однажды, прогуливаясь вдоль реки, он находит старый сундук. Мысли об острове сокровищ, конечно, кажутся безумными, но, вскрыв свою находку, он видит, что сундук доверху набит деньгами и записными книжками. Что же делать? Рассказать о находке родителям? Тогда мать точно отнесет все содержимое в полицию, а ведь его семья так нуждается в деньгах. Дальше 2014 год. Убийца писателя Радстайна выходит на свободу и жаждет любой ценой получить обратно некогда припрятанный им сундук с сокровищами. Технически, «Кто нашел, берет себе» – это продолжение «Мистера Мерседеса», но детектив Ходжес и компании появляются только ближе к концу. Большую часть книги мы проводим с новыми персонажами. Как и в «Мистере Мерседесе», автор сразу раскрывает все карты. Мы узнаем о всех событиях чуть-чуть раньше героев, но от этого наблюдать за происходящим становится не менее увлекательно. Кинг, как всегда, делает то, что он умеет лучше всего – приглашает нас в головы своих персонажей. Он разворачивает перед нами веер их мыслей и страхов, которые, ох, как похожи на наши собственные. За это я и люблю Кинга и обращаюсь к его книгам снова и снова, каждый раз, когда хочу погрузиться в захватывающий мир, но не маньяков и монстров, а настоящих человеческих страхов. Это триллер о тонкой грани между почитанием и помешательством и о том, как важно вовремя остановиться. Он взялся за крышку, и она поднялась, скрипнув засыпанными землей петлями. Позже он предположил, что кто-то купил этот дорожный сундук в комиссионном магазине задешево, потому что от него не было ключа, но в тот момент только таращился на содержимое. Он не чувствовал сдувшегося на ладони волдыря, боли в спине и бедрах, пота, стекавшего по грязному лицу. Не думал ни о матери, отце или сестре, не думал о гавках-тявках, во всяком случае тогда. Сундук был выслан полиэтиленовой пленкой, чтобы предохранить содержимое от сырости. Под пленкой Пит видел вроде бы записные книжки. Он стер в пленке конденсат ребром ладони, словно дворником ветрового стекла. Действительно, записные книжки. Красивые, с кожаными обложками, не меньше сотни. Но не только они. Еще конверты, похожие на те, в каких его мать приносила деньги после того, как обналичивала чек. Пит сдернул пленку. Прочитал напечатанные на конвертах надписи «Гренит», «Стейт Банк» и «Ваш верный друг». Потом он заметит определенное отличие этих конвертов от тех, что его мама приносила из «Корнбанк энд Траст». Отсутствие электронного адреса и предложение использовать банкомат для снятия наличных. Но в тот момент Пит только смотрел. Сердце колотилось так сильно, что перед глазами запрыгали черные точки, и у него даже мелькнула мысль, а не потеряет ли он сознание? Черта с два. В обморок падают только девчонки. Стивен Кинг. «Кто нашел, берет себе». Рекомендую.